Ребята, всем приветик. Приветик, приветик, приветик. Вот с такого места. Прошлогоднее наше. Нашли в прошлом году его. Но вот все-таки сегодня решили сгонять сегодня. Погода сегодня целый день стабильная. Вроде такая вот, как сейчас солнышко. Но ветер. И, в общем, мы все-таки решили сгонять. Рискануть. Потому что здесь дорога убитая очень сильно. Если попадем в дождь, тяжело будет выбираться. Ну, собственно говоря, вот такие вот здесь вот. Как бы, не знаю, красоты, в общем, такие пейзажи. Леха уже приступил копать, ну и, соответственно, сейчас я тоже начинаю приступать. Кто не подписан, конечно же, нажимаем кнопочку подписаться, ребята, усаживаемся поудобнее и начинаем смотреть данный ролик. Поехали! Девяносто три, ребят. Кажется. На монету вообще в принципе идет. Ну, время озвучивать не буду, сколько мы уже лазим тут. Ну, лазим нормально. Так, промазал, что ли? Или там где-то кружится? Так, давайте пином. Лучше пинчиком сразу. Ну, с Богом. Опаньки. Спасибо тебе большое. Ух, какой кругляш-то большой. О, ребят. Ух. Песня. Ёх, я вообще Павлов, я, честно сказать, обожаю. Просто от них не знаю почему. Но я от ребят тоже слышал, от многих. Двушечка, ребят. Двушка. Две копейки. Павел. Ой, хороша монетка-то, а, ребят. Смотрите. 1700. Ой, ёлки зеленые. Ребят, так она же еще походу и далеко не частая. 1798 год. КМ. Двушка КМовская, ребят. Павел Первый, двушечка КМ. В таком сохране. О, это песня. Вот реально. Охренеть. Даже потом случайно увидел КМ написано. Ёмина. Вот это. Так, 89,92. Вот так аж скачет. Сегодня, кстати, ребят, суббота. Слышу, кто-то орёт. Ну там далеко-далеко он слез по правую руку теперь. Кто-то орёт там, блин. То ли грибники, хрен их знает. О, вижу, глазами вижу. Вот она. Вот она, ребят. Динго. Это динго, ребят. Кстати, сохран хороший у него есть. Да. Благо, еще дождей таких нет. 1749 год. Динго. Ну, вот она. Динго-то. Ну, почистится будет прекрасная монетка вообще. Орел, смотрите, какой высокий рельеф. Монета хорошая будет. Ага. Вот тут есть что-то, ребят. Сейчас. Я смотрю, не пойму. Вроде неплохой был сигнальчик такой. Ну, невысокий. Сигнал был невысокий. Вы можете слышать. Ну, сейчас наладился сигнал. Земля черная. Черная. О, вот он. Вот он, ребят. Крестик. Да. Крестик. Ох ты. Представляете? Это я его. Походу. В земле был. Лопатой загнул. Ай, блин.
Ну, сейчас пробовать даже упрямлять не буду. Да, сохран, смотрите, какой был бы лепесток шикарный. Да, вон, лопатой. Он то ли как-то криво лежал, не знаю, вроде побольше взял. Эта дырка-то здоровая. Жалко. Чесанул, как я его, а был ровненький. И у нас наступил, ребят, час обеда. Моя ням-ням. Вон, вон, внизу. А, вон, перемешиваю. Вон мясо. Говорит, мясо, говорит, у меня куда-то делось. Нет, там, говорю, мяса много должно быть. Вот, не куски мяска. Да. У меня, что у меня сегодня? Ташкентский. Смотрите, куски мяса. Это реально, это куски мяса. Мясо, мясо, они прям ошметки мяса. Да, такие ошметки. Вроде как вот домашний плов. Да, хочу выразить огромную благодарность и сказать спасибо ребятам из магазина plover.ru. Не дают нам голодать они своей продукцией. Все очень вкусное. Намного, конечно, вкуснее, чем те же самые сухпайки, которые стоят кучу денег. А толку от них никакого. Здесь он на костре баночку погрел. И калорийная, вкусная. Самое главное, питательная пища. Вкусняшка. Алексей, что там, остатки мяса? Да тут. И хотел выразить еще огромную благодарность. Им такой ножичек прислали. Нож очень классный. Спасибо, ребята. В общем, приятного аппетита нам. Ссылочку на интернет-магазин plover.ru оставлю под этим видео в описании. Заходите, ребята, знакомьтесь. Прям вот от души говорю. Не пожалеете. Продукции у них там вот так вот завались дофигища. Вот. Ну а качество, как бы, понятно, что камера это все не передает, но качество реально офигенное. Ну а я буду кушать. 90. 90, ребят. Оп. Что-то они прямо у меня. Вот она. Прямо у меня показывается, они сами. Вот она, что это? Динго. Это динго, 36-й год, по-моему. Хорошая. Да. При жизни подзатертая, так, в общем, монитосик очень хорош будет. Да. Да, 36-й год. Класс. Вот в местах такие вот ранние, классные. Вот эти серебро может попасть сохраненное. Вот ходишь в надежде на такое что-то. О, блин, ребят, 95-96. Фигачит. Штык. Штык точно. Глубина. Посмотрим. Бля! Не понял? Куда делся? Здесь что? Сигнал как-то прям куда-то делся, прям такой низкий стал. О, 97, ребят. Сейчас это какой-то мусор железный будет глубокий. Это что-то большое. Ёпта. Рука, ребята, это пятак. Я говорю, что-то большое будет или мусор. Я 97 лупил. О, лопатой. Чирк. Ну ладно, там чуть-чуть краешек. Песня. Ну и вроде это живёхонек, да? Он прям чирканул, блин, лопатой. Ёлки-моталки. Наверное, вот сейчас вот выгребал. Как раз говорил, надо... Знаешь же, что сигнал большой, вижу, чувствую, что сигнал что крупный должно быть. Нет бы пином сразу прошарить. О, ребят, сохран-то, эх.
Ну ладно, прям вот небольшая коцка, кстати. Пятак вообще. Блин, сохран хорош. Сохран вообще. Ой, еще песенский. Фу, 1788 год. Сохранишь, елки. Ну так, какая, ё-моё. Блин. ЕМ пятачок. Ой, бомба. Фух. Ребят, смотрите. Рельеф, в принципе, хорош. 1788 год. Да, коцнул, блин. Ну, это вот сейчас второй раз уже, когда лопатой выгребал. Эх, ну, один хрен, да? Вот она, красота-то. Неземная. Пятачела. Пятачевыша. Блинчик. А мы кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Глубина такая, ребят, солидная. Сигналец-то вроде такой неплохой. О. А, вот она, я смотрю. Думаю, двойной сигнал, ребят, на ребре. Прям, опа. На ребре кругляш. Деньга. Деньга. Непонятный год. 38-й, что ли. Сейчас, вода кончилась. Да. 38-й год. Деньга. Ну, кстати, хорошая. Сейчас вон так вот покажу. По-примитивному. Ох, вон орел какой. Сохран хороший будет. Ох, ребят, низкий. Низкий сигнал. Но стабильный, уверенный. Такой цветной. Может, конечно, не мусор. Но не хочу я мусора. Но на пробку точно не похоже. Он что-то здесь. Так. Оп. Оп, ребята, перстенечек. Перстенечек. Аккуратненько. Целенький. Целый. Сейчас водичкой. О, там рисунок какой-то есть, по-моему. Сейчас посмотрим. Газировка-то. Так. Да, о. Ребят, там этот лютый зверь. Ха, а что-то такой век на 15-й, на 14-й, 15-й. Вон он. И вот он. Фоточку сделал для группы. Да, здесь видно. Вот он. Классный перстенек. Раньше там товарищ отдавал их. Сейчас такие, в принципе, ему уже не нужны. И теперь, когда вот прям... такие красивые, нечастые. Я их собираю. Буду делать панно, получится. Ну, уже коллекция практически собралась. Этих перстеньков. Вот, и здесь тоже. Надо просто подчистить немножко, грязь убрать. И будет все прекрасно видно. Вот такая вот находка шикарная. Силы. Покидают. Но когда идут сигналы, настроение, ой, нормальное, и силы появляются. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот она.
Вот. Опаньки, ребятки. Так, водичка. Чик. Водичку-то я не забываю. Ух ты. Кстати, водичку я забыл налить вообще дома, но в машине. Сейчас здесь, наверное, налита минералка газированная. Деньга, ребят. Деньга. Сейчас дождик капал. Ну так, ты что-то не убираешься-то. Покапал немножко, раз напугал. Вот, да? Перестал. Вот она. Ну, затертая, да? Ну, при жизни притертая, конечно. 38-й год. Что-то прям вторая, по-моему, да. Вторая уже 38-го. Такая вот монетка. Тоненькая, кстати. Перчикан, скорее всего, с чего-то. Что-то там тоненькая-тоненькая. Иду такой, иду, ребят. Тут... О, сигнал тихий. Ну, что-то есть, видите. Вот я отсюда зашел. Ну, пробуем. Что-то небольшое. И, скорее всего, далеко не ровно лежит. Но сигнал есть там. По крайней мере, надеюсь точно. Одежда умирает последней. О, жварь что-то есть. 22-23. Пробка по-другому. Пробка, она тоже где-то в районе 25-30 скачет, но повыше сигнал. Это низкий. Крестик. Крестик, ребят. И я его не бахнул. Я его не бахнул. О, кильвичок. Это киль аккуратненько. Так, я вижу по голове, ребят, это что-то 15-16 кильвичок. Ну, здесь были находки такие этого периода. Кстати, должен быть бомба, сохранчик. Он как бы не редкий. О, ничего себе, смотрите. Потом другую камеру покажу. Шнурочек остался. Вон он, веревочка торчит даже. Обалдеть. Вот это я понимаю. О, кильвичок. Смотрите, какая прелесть. Вот оглавие. У него такое-то интересное. И, как можете видеть, он торчит. Очень хорошо прям вот видно. Сейчас торчит шнурочек. Вот он. Он односторонний крестик. Но все равно, может быть, кожаный был. Но факт тот, что вот осталось, представляете, сколько веков, а он цел, вон он торчит. Обалдеть. Ребят, сегодня денек. Зачетный опять. Че тут? Не, вот до этого два выезда были. Ну так себе. До этого два выезда были такие какие-то. Прям буквально там, по-моему, несколько советиков попалось. И все. Что-то даже вообще не снимал. Вот. Ой, падаю, падаю, ребята. От усталости. О, подползу, короче, до машины. Какие-то вот там находки с этих выездов, с тех. Вставлю другие ролики. Ой, елки, нифига тут. Соответственно. А вот эти сейчас два выезда были. Прям вообще бомба, ребят. Прям реально бомбические. Сейчас опять хотел вот еще посмотреть, что тут у нас. И так-то к машине уже иду. Ладно. Все, ребят, на сегодня. На сегодня все, короче. Сейчас буду выбираться вон к автомобилю. Ой, километра полтора осталось, наверное. Вот здесь что? Ух ты. Что такое? Здоровое, здоровое было. Что тут? О, нифига. О, наверное, погреб был здесь. И хоп, вот там, как не знаю, во вражек уходит. Похоже, прям там на погреб как будто. Вот. Ну, здесь же как раз старая часть деревни. Тут, наверное, не знаю, вышли, выходили видео или нет с этого места. Вот. Ну, тут шедевры попадаются. Тут я уже находил. Вот, короче, ребят, осень для нас что-то как-то прям, ну, неплохо. Нас одаривает находками. Вот. Не постоянно, но вот бывает выскакивают хорошие вещи. Очень даже нечастые.
Так что вот так вот. Ладненько. Буду с вами прощаться. Ребят, спасибо, кто смотрит, конечно же. Отдельный респект и уважуха тем, кто этот ролик досмотрел до конца. Вот. В комментарии напишите слово «пятак», тогда я буду понимать, то, что, в принципе, вы этот ролик досмотрели до конца. Потому что многие смотрят на перемотки, конечно. Для моего развития канала это очень хреново, что люди не делятся моими роликами. Хотя ролики, в принципе, вроде зачетные. Вот. Ну и смотрят на перемотки, удержания нет аудитории. Соответственно, развитие канала тормозится. Ну это ладно, это небольшое отступление. В общем, слово «пятак» пишите, я пойму, что ролик вы досмотрели до конца. Отдельный респект и уважуха тем, кто его смотрел до конца. Ну все, полезные ссылочки под этим видео в описании. Всем крепчайшего здоровья и до новых встреч. Пока-пока.